Всем привет! Хочу показать вам, как я делаю шоколадные бомбочки для напитка. Для этого нам понадобится шоколад или кондитерская глазурь, силиконовая форма с полусферами и кондитерская посыпка. Приступим к приготовлению. На водяной бане я растопила кондитерскую глазурь и сейчас буду ей заполнять наши полусферы. Шоколад застыл, и сейчас будем вынимать его из формы. И то же самое проделываем с белой глазурью. Теперь начинаем заполнять наши полусферы. Для этого у меня есть маршмеллоу и какао несквик. В инструкции указано, что на одну кружку напитка надо добавлять 2 чайные ложки какао. Поэтому добавлять мы будем 2 чайные ложки. В одну половинку добавляем начинку какао с маршмеллоу. А вторую половинку вставляем для того, чтобы это все закрыть. Я подготовила шпатель, нагрела его под горячей водой и протерла насухо. Теперь беру нашу крышечку, прислоняю к шпателю, края начинают плавиться и накрываю ей первую полусферу. Затем приступаю к декору. Растапливаю шоколад и сверху украшаю. Дальше, пока шоколад не застыл, сверху посыпаю кондитерской посыпкой. Шоколадные бомбочки готовы, и теперь можно приготовить вкусные.
вкусный зимний напиток.